Здравствуйте, меня зовут Калинина Татьяна, и я астролог. Сегодня мы с вами разберем бизнес-гороскоп. Это не гороскоп человека, это гороскоп дела. Давно известно, что дата и время регистрации бизнеса, выдачи уставного документа, либо свидетельства о регистрации в административных органах является датой и временем рождения вашего бизнеса, по которому сможем посмотреть его будущее и некоторые особенности этого бизнеса, такие как бухгалтерия, стратегия, как показать себя, какой у вас будет имидж, как будут вас воспринимать ваши клиенты, что можно подправить, что можно убрать, изменить, да, в чьих руках должны быть деньги в этом бизнесе. Может быть, в этом бизнесе должны деньги утекать за границу, и это для него правильно и хорошо, а может быть, они должны вкладываться в какую-то другую сферу гороскопа. Это все и покажет сегодняшнее видео. А также по гороскопу бизнеса мы можем делать прогнозы, то есть когда будет расцвет, когда будет процветание, либо когда бизнес перестанет существовать. Давайте приступим к разбору конкретного гороскопа. Так, данный бизнес был создан 7 августа 2013 года, и в 11 часов ровно хозяйка бизнеса получила свое свидетельство о регистрации. Давайте посмотрим первый дом. Первый дом гороскопа, еще восходящий знак или асцендент, у нас в Деве. К слову сказать, бизнес этот занимается, ну, хозяйка этого бизнеса занимается оптовыми продажами канцелярии и сопутствующих товаров. То есть знак Девы в асценденте тут, конечно, очень хорошо символически пересекается с видом деятельности. Девы очень много уделяют внимания мелочам, очень аккуратны, въедливы в мелочах, стремятся к этой правильности, упорядоченности. Конечно, канцелярия и все секретарские работы, все вот эти офисные мелочи, они, конечно, по знаку Девы идут. Управитель гороскопа Меркурий стоит в 11-м доме. Это очень хорошее положение для управителя гороскопа. Хочу напомнить для тех, кто только знакомиться с ведической астрологией, либо еще не очень привык, что отсчет домов у нас начинается с верхнего квадратика по центру. Это первый дом. И против часовой стрелки. Второй дом у нас в знаке Весов. Третий в знаке Скорпиона. Видите, тут порядковый номер знаков обозначен. Четвертый дом в Стрельце. Пятый в Козероге, шестой в Водолее и так далее. И положение Меркурия, управителя данного гороскопа, в 11-м доме, конечно, говорит о том, что этот бизнес будет приносить прибыль. И что вполне удачное время было выбрано для его открытия. Более того, здесь Меркурий стоит с Луной в своем знаке, а также с Солнцем. Обратите внимание, что Солнце управляет 12-м домом, а Луна 11-м домом. И, конечно же, это первый знак, что прибыль может приходить из-за границы. Либо от зарубежного партнерства, или, может быть, от иностранных партнеров. Второй знак, который об этом говорит, это то, что управитель второго дома, Венера, видите, во втором доме стоит знак Весов, опять находится в доме путешествий, в 12-м доме. Также она управляет и домом 9-м. Это тоже дом иностранного партнерства. А поэтому бизнес, собственно, у нас и направлен на импорт. То есть девушка, хозяйка этого бизнеса, занимается импортом канцелярских товаров и товаров, которые связаны, ну, декоративных таких, скажем так,
товаров для стола руководителя, очень красивые предметы возит, не только бытовую, скажем так, канцелярию, но и что-то красивое. Поэтому, конечно, 12-й дом здесь достаточно сильно проявлен. И вот уже управитель гороскопа связан с управителем 12-го дома. И управитель дома денег стоит в 12-м доме. Да? Следующий момент. Конечно, Луна в знаке Рака, в своем собственном знаке, в 11-м доме, даст продвижение и деньги. Более того, Луна является в этом гороскопе Атмакаракой. Атмакарака – это представитель первого дома. То есть это планета, которая имеет наибольшее количество градусов в своем знаке. Как видите, в списке градусов Луна имеет 25 градусов 42 минуты. Следующий по старшинству, скажем так, представитель второго дома – это Венера, которая имеет 24 градуса 53 минуты и так далее. И так как Луна у нас является Атмакаракой, ведущей планетой по силе градуса, а также она является представителем первого дома, находясь в 11-м доме, конечно, она даст неплохую прибыль, поддержку, ну и, собственно, управляет этим бизнесом женщинам. Поэтому Луна тут проявлена совершенно не случайно. Давайте обратим внимание на то, как расположен Меркурий по отношению к Солнцу. Солнце впереди, Меркурий немножко сзади. Это говорит о том, что данный бизнес будет работать по особому расписанию. И также это говорит о том, что в отсутствии руководителя на месте его подчиненные будут работать не очень четко и дисциплинированно, потому что когда градус Меркурия больше градуса Солнца, и они стоят в одном знаке, значит Солнце освещает Меркурий. А в данном положении, когда у Меркурия всего 4 градуса, а у Солнца 20, а Солнце далеко впереди, это значит, что Меркурий в тени. Поэтому вот первая особенность, первая небольшая проблемка – это организация труда в отсутствии руководителя. Дальше разбираем положение хозяина второго дома и что у нас происходит во втором доме. Во втором доме у нас властвует Венера, она владелица знака Весов, она находится в 12-м доме, в доме друга в положении льва. Мы уже обсудили, в принципе, что это дало данному конкретному бизнесу. Также надо обратить внимание, что второй дом содержит в себе Раху и Сатурн. Раху, конечно, расширяет дом. Сатурн может сужать дом, но в данном случае, посмотрите, какой он сильный, он находится в знаке своей экзальтации. Также Сатурн владеет пятым и шестым домом. Владелец пятого дома всегда считается одного из самых благоприятных домов в гороскопе, является практически всегда благоприятным. И несмотря на то, что Сатурн еще немножко, да, ну, скажем так, может противоречивые давать результаты, смешанные, потому что он еще хозяин шестого, а шестой – это долги, враги и болезни. Но все равно хорошее здесь пересиливает, потому что, во-первых, он управитель пятого, во-вторых, он очень силен в этом знаке. Также мы можем предположить, что в период Сатурна, который стоит в доме денег, все в этом бизнесе будет хорошо. Плюс, если смотреть на Ваншу, то Сатурн находится в 9-м доме, в доме удачи, еще более благоприятном доме, чем 5-й. И он управляет 9-м домом и 10-м. Видите, знак Водолея и знак Козерога. Это значит, что он соединяет дома Кендры и дома Триконы, 1-й, 5-й, 9-й, а значит является планетой, дающей королевскую комбинацию Раджа-йогу. Ну, Раджа-йога, конечно, королевская комбинация сама за себя говорит, и она даст процветание. Плюс в Навамше, в дробной карте, Сатурн соединен
Солнцем. Солнце у нас хозяин четвертого дома, это хороший дом для бизнеса, это недвижимость, приобретение офиса и так далее. И плюс, посмотрите, Сатурн в своем собственном знаке. Конечно, ему комфортно в этом гороскопе. Дальше. Дом бумаг, документов, соседей, друзей, а также переговоров этого бизнеса под управлением Марса. Марс стоит в 10-м доме вместе со своим другом Юпитером, и, в принципе, он здесь благополучен. Но также Марс управляет и 8-м домом. И посмотрите, он должен принести в свои периоды, подпериоды смешанные результаты. С одной стороны, 3-й дом – это дом, но когда он начинает свое влияние, конечно, человеку надо постараться. То есть это дом приложения усилий. Когда планета управляет 8-м домом, она приносит с собой какие-то неожиданности и, может быть, даже кризисы. Но так как она еще и этот дом связан с налогами, то, собственно, есть прямая связь между тем, как ведется как ведутся бумажные документы и заключение договоров происходит с налогами. Но, в принципе, положение Марса здесь благоприятное, хотя, опять же, будем иметь в виду, что в подпериод Марса наверняка могут произойти какие-то сложности с налогами, либо неожиданности. Следующий дом, четвертый дом в бизнес-гороскопе, это дом офиса. Дом офиса, а также во вторую степень, да, во вторую степень это дом поддержки руководителя. То есть поддерживают ли люди, которые на него работают, своего руководителя. Четвертый дом в данном гороскопе управляется Юпитером, стоит в 10-м доме. Это хорошее положение для Юпитера, который также управляет еще и домом партнерства, 7-м. И также Юпитер аспектирует свой собственный дом, что, собственно, усиливает его. Посмотрите на Аштакаваргу. 33 бинду в четвертом доме – это очень хорошо, потому что 28 бинду – это средний уровень. Вот здесь в 7-м доме 28, в 10-м доме 28, а здесь 33. Поэтому, конечно, хозяйка этого бизнеса, она достаточно уважаема своими подчиненными, а также у них есть стабильный офис. И, к слову сказать, когда она пришла ко мне, она обсуждала со мной покупку своего офиса. То есть они арендовали сначала, вот с 2013 года, а в 2016 году они задумались о том, чтобы уже приобрести свое офисное имущество и совсем устаканиться. Ну, собственно, это и показывает гороскоп. Тут, в общем-то, должна быть недвижимость в этом бизнесе. 5-й дом. Пятый дом в этом гороскопе – это дом азарта, дом риска. И в целом он испытывает большие влияния. То есть он поддерживается Меркурием, Солнцем и Луной. Также управителем его является Сатурн, который находится в благоприятном положении.
Сам знак Козерог, конечно, не очень способствует риску. И это один из самых устойчивых земных знаков. Земные знаки вообще не склонны к тому, чтобы что-то менять, если это работает. И в данном случае есть некоторый момент смешанный. Да? С одной стороны, сама хозяйка гороскопа, она, собственно, настроена на то, чтобы искать... Пятый дом в данном гороскопе – это дом риска, дом азарта. И в данном случае пятый дом находится в знаке Козерога. Козерог, конечно, сатурнианский знак, земной, устойчивый, который не очень благоволит риску. Земные знаки вообще не склонны раскачивать лодку, в которой они находятся. Они очень практичны и не трогают то, что само работает. Поэтому, в общем-то, в данном гороскопе риска не очень много. И, собственно, сама хозяйка этого бизнеса ведет такую достаточно консервативную политику в данном вопросе. И, в общем-то, пока вот за 4 года никаких рискованных таких вопросов не было. Шестой дом, дом наемного персонала, а также это дом сослуживцев, да, ну, в общем и целом, это дом наемных сотрудников, кто у тебя работает. Ну, он испытывает влияние Венеры. Венера у нас управляет хорошими домами, девятым, вторым, деньгами, удачей. То есть, в принципе, дом благополучен. Также находится под аспектом Юпитера. Юпитер, конечно, любой взгляд Юпитера, тут мы еще не сказали, что на второй дом он еще влияет, да, на второй, на четвертый и на шестой. Взгляд Юпитера, конечно, умиротворяет и делает дом сильным, крепким, благословляет его. Ну, в общем-то, в этом бизнесе больших проблем с сотрудниками нет. Ну, вот единственное, что надо, конечно, выстроить вот этот алгоритм работы во время отсутствия хозяина бизнеса, какие-то алгоритмы прописать, служебные инструкции, что-то как-то помочь сделать систему. Сделать систему, чтобы бизнес строился не только на людях, не только на специалистах, не только на самой личности этой хозяйки, но и на какой-то, имел какую-то систему, структуру. Дом партнеров, седьмой дом, дом бизнес-переговоров, скажем так, сотрудничества. Ну, он достаточно благополучный, хотя со своими нюансами. То есть, если в этом бизнесе появляются партнеры, то связь вот эта восьмого и седьмого дома, она идет через десятый дом, Марс, Юпитер соединены, то, в принципе, партнерство может приносить какие-то неприятности, борьбу. Ну, в целом, как бы так и получилось, потому что в этом бизнесе был партнер, от которого сложно было ожидать стабильности. И со временем, конечно, он ушел из этого бизнеса, но так со скандалом, скажем так, через восьмой дом ушел.
Следующий дом, восьмой, мы уже тоже говорили об этом, что управитель восьмого находится в десятом, на результаты бизнеса повлияет. Ну, в целом, вот в восьмом доме находится Кету. Кету уменьшает дом, в котором находится Раху, расширяет. И, собственно, кстати, пока мы проходим мимо, да, этого дома, этой оси 8-2, скажем, что Раху показывает отношение бизнеса с администрацией, с властями. Ну, Раху соединен с Сатурном, как бы это хорошо, Сатурн хорошего качества здесь, и, в общем-то, с администрацией проблем никогда не было, отношения устойчивые и благополучные. Ну, и, собственно, Акету показывает угрозу от бандитов, да, скажем так, от людей, которые незаконно могут вторгнуться в бизнес. Ну, в общем-то, Кету не соединен ни с какой планетой, да, это уже хорошо. Хорошо, что как no news, good news, когда он не усилен чем-то, это, в принципе, бонус, да. Но некоторые неприятности могут приходить вот в периоды Марса, в результаты бизнеса. Девятый дом. Дом иностранного партнерства. То есть дом рынка сбыта, именно рынка сбыта в иностранные земли, другие города. А также это дом философии, бизнеса. Ее стратегии, скажем так, ну, религии, знаете, как в гороскопе человека это дом духовности, дом его веры, то, ну, понятно, что в бизнес-гороскопе это философия, какая философия вашего бизнеса. В данном гороскопе философия бизнеса связана с планетой Венера, и, собственно, в общем-то, основную часть денег, как призналась, да, хозяйка, они зарабатывают именно вот от продажи каких-то элитных вот этих ручек, подставок красивых на столы, да, и других офисных таких элитных красивых вещей. Хотя, ну, собственно, основной объем продаж, конечно, это основной объем оборота – это мелочи. И тем не менее, основная часть именно прибыли, она идет через вот эти красивые вещи, которые продаются уже, да, вдобавок кому-то, к основной массе. Ну и, собственно, если говорить о философии бизнеса, о том, как себя позиционировать, да, через что можно показать себя, то, конечно, это венерианские качества, это забота, это красивые вещи, украшения вашей жизни, то есть вот как-то, что наша продукция – это украшение вашей жизни, или она делает ее комфортнее, она делает ее надежной. Ну, в общем, развивать вот эту идею следует. Десятый дом. Десятый дом Десятый дом гороскопа у нас в близнецах, кто бы сомневался, ведь бизнес меркурианский, констовары, да, товары для офиса. Здесь находятся Юпитер и Марс. Юпитер управляет четвертым и седьмым, Марс восьмым и третьим домами. И, в принципе, обе планеты дружественные. Данный знак для них нормальный. В целом, как бы дом не пораженный. Ну, понятно, что Марс принесет свои смешанные результаты, Юпитер принесет свои хорошие результаты.
Ну вот тоже своими отговорками, конечно. Мы тут не рассматриваем Навамшу подробно, потому что все проговорить нереально. Мы как-то хотя бы по основным вещам должны пройтись. Ну, Юпитер, он стоит в 10-м доме, опять же, что делает его варгатамой по дому. Ну, то есть положение ему повторяется. Если положение планеты повторяется либо по знаку, либо по дому, конечно, это усиливает планету. То есть планета как бы настаивает на том, что она в 10-м доме. Ну, и в Навамше Юпитер тоже управляет 8-м. Как и Марс в основной карте. И в 11-м домом прибыли. В принципе, получается, что он прибыль приносит в 10-й дом, в результаты. Ну и какие-то неожиданности. Это мы будем иметь в виду для прогнозов. Вообще, как бы, много вещей в гороскопе, оно не актуально прямо здесь и сейчас, и все одновременно. То есть оно начинает играть роль в определенные периоды, под периоды. И тогда, конечно, это уже важно, значимо и так далее. А 11-й дом, ну, в целом, 11-й дом мы рассматривали. Управитель дома достаточно силен. А здесь же управитель 12-го, что об импорте говорит этого товара в город, где он реализуется. Ну и, собственно, Меркурий, тут Лагнеш, управитель гороскопа, тут все нормально. Давайте посмотрим Аштакаварга. Аштакаварга – это система определения силы планет. И 4 для планет является средним результатом. Вот Солнце имеет 5 баллов, Луна 5 баллов, это очень хорошо. Марс, Меркурий – средний, 4 балла. Юпитер тоже, в принципе, средний, Венера – средняя. Ну, Сатурн, кстати, вот троечку имеет, чуть ниже среднего. Ну, это, между прочим, значит, должно немножко его благоприятность уменьшить. То есть в период Сатурна не будет космического такого взлета. Он будет такой, ну, более скромный, скажем так. Давайте самое интересное. Конечно, самое интересное – это всегда прогнозы. В Юмшотере Даши мы сегодня будем использовать. Начнем с одной системы, хотя я еще активно использую Чара Даша по доктору Рау. Очень классная система, которая тоже свои плоды покажет, которые с Юмшотере нужно связать, и там такие потрясающие уточнения можно делать. Итак, сейчас март 17-го года. Девушка ко мне пришла летом 16-го дома, года, и шел период Меркурий-Сатурн. Ну вот в этот период она ко мне пришла примерно, 5-й, ну да. Значит, что мы видим? Идет период Меркурия. Что это значит для данного гороскопа? Меркурий управляет всем гороскопом. Он управляет первым домом, домом самого бизнеса, да, его телом, скажем так, 10-м домом и находится в доме прибыли. Ну, выводы напрашиваются, в принципе, уже сами. То, что в этот период у бизнеса более-менее все должно быть хорошо. Ну, то есть, собственно, с 2002 года, по-моему, немножко позже, в 2013, да, ну вот в целом, с самого открытия бизнеса до января, 27 января 2019 года продлится этот период Меркурия. И под период Сатурна начался 19 мая. Давайте-ка посмотрим, что было. До этого был Юпитер, после этого начался Сатурн. Конечно, Юпитер тут, ну, такой, да, он с одной стороны варготама, и, в принципе, бизнес не прогорит в такой период, но все равно Юпитер связан с Марсом, управителем 8 и 3, то есть надо будет попотеть, постараться, могут быть какие-то проблемы. Ну, вот, собственно, тогда и были проблемы вот с этим бизнес-партнером, от которого девушка пыталась как-то с ним расстаться экологично, ну, в общем, экологично не получилось, ну, и тем не менее бизнес не раскололся, ничего такого страшного не произошло. И начался период Сатурна. Сатурн находится в доме денег, он силен.
Он управляет пятым домом. Конечно, тут он и шестым управляет. Надо быть с договорами поосторожнее и с, ну, как повнимательнее нанимать персонал. Однако Сатурн, конечно, должен дать процветание. И вот когда она пришла ко мне, я сказала ей, да, что вот с 19 мая у вас должен пройти период процветания. Она сказала, вы знаете, действительно, я в мае была в отпуске, и пока я была в отпуске, вот вторую половину мая, мне начали приходить крупные заявки. Я проверяла свою почту и удивлялась, что, ну, как бы перед этим бизнес стоял, я выбрала какой-то тихий момент, чтобы уехать, и вдруг вот там со второй половины мая пошли какие-то серьезные заказы. В общем, действительно подтвердила рост денег. В общем-то, этот период продлится до 27 января 2019 года. Смотрите, этого мало, да, надо смотреть еще Аштакаварга. Аштакаварга показывает суммарную силу домов. И, конечно, нужно смотреть транзиты, где идут главные планеты, где идет Сатурн, где идет Юпитер, по какому дому. Ну и, собственно, они показывают, какую карму будет получать гороскоп. Ну, человек или бизнес, будет ли он получать хорошую карму, или он будет получать плохую карму в этот период. И, конечно, свои прогнозы нужно корректировать, исходя из транзитов, потому что если транзит плохой, а у нас там супер-пупер Вимшотари Даши идет, и Антар Даши, ну, то есть период под период, то, конечно, результаты, ну, надо иметь в виду, что они будут пониже. Значит, в 2016 году Сатурн самое главное, у нас шел по третьему дому, знак Скорпиона, вот посмотрите, по Скорпиону, 27 баллов, ну, в принципе, это немножко ниже среднего, конечно, для того, чтобы был очень классный, крутой взлет, должно быть больше, но очень классного и крутого у нас не будет, потому что период Сатурна, ну, как бы, Сатурн сам по себе в оценке этих баллов, да, он слабоват, скажем так, несмотря на то, что силен по знаку. И в третьем доме Сатурн что аспектирует? Пятый дом. Пятый дом – это хорошо. Это будет и удача, и плоды благоприятной кармы придут. Это дом девятый, седьмой от себя он аспектирует Сатурн. Смотрите, 35 баллов имеет дом удачи. Поэтому он и будет давать удачу на 35 баллов, собственно. И он будет аспектировать 12-й дом своим 10-м аспектом от себя, 20 баллов, то есть будет давать какие-то поездки. То есть в третьем доме Сатурн дает переговоры, мелкие командировки, поездки, заключение договоров, ну, как какую-то удачу, собственно, и иностранных партнеров должен дать, потому что через 12-й дом тоже идет влияние. Правда, тут, видите, не очень сильное оно такое, ну, как бы 12-й дом не очень силен по количеству баллов, поэтому в целом ситуация в бизнесе улучшится, но прям колоссального взлета не будет. Но 27 января 2017 года, а мы помним, что у нас период этот продлится до 27 января 2019, то есть еще долго, значит, 27 января 2017 года Сатурн перейдет в знак Стрельца. Знак Стрельца в этом гороскопе содержит 33 бинду, 33 балла. Ну, это очень хорошо, это очень много. Поэтому, конечно, вот с января, ну, почти через год после начала этого периода хорошего, денег станет в бизнесе еще больше. И что он делает, да? Он аспектирует дом наемных сотрудников, наверняка будут какие-то новые наемные сотрудники в этот момент. Также он аспектирует 10-й дом, дом достижений, это хорошо. Дом достижений имеет среднее количество баллов. Ну, знаете, среднее не меньше среднего, поэтому, в принципе, когда дом средний аспектируется, это значит, что, в общем-то, гороскоп может воспользоваться всеми позитивными предсказаниями других методик, там, ну, других Даш и так далее. То есть это хорошо. И 10-й дом от себя, дом
первый дом аспектирует. Ну, наверное, сам человек, который этот бизнес ведет, он тоже повзрослеет как-то, поменяется и так далее. Ну, и, собственно, в этот момент произойдет покупка какой-то недвижимости наверняка, потому что Сатурн и так аспектирует третий дом, да, и он как бы по транзиту находится в третьем. Следующий момент. В 2016 году Юпитер находился в Деве, в первом доме. Когда Юпитер идет по первому дому, меняется очень многое. Может поменяться статус, может поменяться дом, ну, то есть офис и даже вид деятельности. Ну, Юпитер идет по дому с 29 баллами. Это чуть выше среднего. Это хорошо. Это значит, что обещания Сатурна, в принципе, они как бы они имеют силу. Ну и, в общем-то, Юпитер, он также немножко защищает гороскоп. Когда он идет по сильному дому, Юпитер защищает. Поэтому, в общем, транзиты достаточно благоприятные. Можно прогнозировать, что все-таки вот здесь эта прибыль продлится. Однако, что будет происходить после этого? Вот закончится период Сатурна. Собственно, начнется... Ну, это последний подпериод в периоде Меркурия. И начнется период Кету. Период Кету. Он достаточно долговременный. И посмотрите, что происходит. Во-первых, Кету стоит в восьмом доме. Это уже нас навевает на мысль, что как бы будут какие-то большие перемены. Какие-то перемены, кризисы и, может быть, даже как смерть бизнеса. И вот это будет первой половине 2019 года, с 27 января по 25 июня. 2019 года. Но как бы для того, чтобы бизнес полностью умер, скажем так, в той форме, в которой он есть сейчас, следующий период тоже должен быть плохим. Ну, то есть, иначе это будет какой-то временный кризис и ну, какая-то перестройка, переделка и так далее. Да? Но дело в том, что вот у нас с лета 19-го опять идет у нас Венера. Венера стоит в... Она хоть и молодец, да? Домом удачи управляет, домом денег, но как бы стоит в 12-м доме, доме зарубежных поездок. Вот. После этого тоже, скажем так, не слава богу, да, для этого бизнеса, потому что период Солнца пойдет, а Солнце у нас опять 12-м домом управляет. Ну, короче говоря, вот с 27 января 2019 года все как-то по кризисным домам, да, идет у нас гороскоп. И что, собственно, можно прогнозировать? То есть явно после 27 января 2019 года этот бизнес в той форме собственности, да, в той форме, в которой именно получен этот документ для этого бизнеса, он перестанет существовать. Я думаю, что все-таки девушка эта переедет куда-то. То есть вот примерно в это время она просто уедет из страны, станет, либо станет жить в другом городе, и вот в этой форме этот бизнес не будет существовать вот к этому моменту. Ну, собственно, 2019 год, скорее всего, со второй половины. Вот. Поэтому, ну, пока там все хорошо, в принципе, ничто не предвещает. Хозяйка этого гороскопа свои прогнозы получила. Мы, конечно, с ней использовали не только Вимшотери, мы еще Чара Даши использовали. И чуть, конечно, подробнее, вот, собственно, транзиты рассматривали, звезды и так далее. И, но так как у нас видео не может быть бесконечным, как скажем так, то мы пока ограничимся этим. Вот. Я вам желаю удачи, если вы молодой астролог, да, то изучайте, конечно, Вимшотери Даши, так интересно, потому что, ну, не все, вот реально в гороскопе не все имеет значение прямо здесь и сейчас.
То есть это все оживает, когда ты видишь периоды под периоды, и вот в этот момент происходят конкретно какие-то события, вот, тогда это очень здорово, важно, интересно. Вот. А так, в принципе, если посмотреть на гороскоп, то вот в статичном таком виде он может быть достаточно противоречивый, да, там. Вроде бы Венера и молодец, да, а с другой стороны, вот когда по виншотере, то она там свою негативную сторону покажет. А так, в принципе, в статике она просто показывает там другие какие-то вещи. Я желаю вам удачи. С вами была астролог Калинина Татьяна. Смотрите дальше видео. Буду снимать для вас разные изучающие, обучающие видео интересные. И надеюсь, что вы останетесь вместе со мной. До свидания.